Всем привет, у микрофона Uncle Fiend, и у нас сегодня игра Gin & Panic. Это пиксельный платформер с элементами метроидвании. Исследуем огромную космическую станцию, полную секретов и опасностей, сражаемся с боссами, решаем головоломки и раскрываем тайны темной атмосфере научно-исследовательского. Данная игра продается в Steam, сами видите, какая цена. Читаем об игре, запрыгиваем в Gin & Panic, безумное не метроидвание приключение, управляете плазменным рюкзаком, запускаете виртуального песика Лайк, перехитрите хитрую кошку, девочку или Волга, главную хулиганку станции. Раскроем загадку темной материи и исследуем эксперименты с ДНК в космическом приключении. Собери их всех, познакомьтесь с удивительными страшными ГМО-тварями, которым вы определенно захотите добавить свою коллекцию. Мы не знаем, чем их кормили в лаборатории, но они точно не оставят вас равнодушными. В игре присутствует русский язык. Давайте приступать, потрогаем, пощупаем и поисследуем. Так, настройки. Тут все более-менее примитивно. Начинаем игру и выберем первый слот сохранений. Симбирск Research. Персональная электронная система PES. Привет, меня зовут Лайк, я твой виртуальный помощник. А ты просто железная коробка с обучающейся нейросетью. И мне придется тебе помогать. Твоя задача просто забрать и доставить особый груз. Детали. ГМО. Незаконно разработаны экспериментальные геномодифицированные организмы на станции Симбирск. Космическая станция Симбирск находится под поверхностью обитаемого планетоида Трейс-2Б. Деятельность — это сбор и анализ живых организмов, редких и уникальных видов ГМО. Пребывание на Симбирск временно ограничено, станция объявила карантин. Задача – забрать ГМО для транспортировки на правительственный корабль «Союз-1». Пункт назначения – планетоид Трис-2Б. Астропорт Каратау. Быстрее света, надежнее гравитации. Каратау переводится как «Черная гора». Астропорт, предназначенный для приема, отправки и обслуживания космических перевозок. Какая сочная картинка пиксельная. Люблю такие инди-платформеры. Напоминает космическую инди-хоррор-игру под названием Carrion. Поехали. Пока вижу только прыжок. Остальные кнопки бездействуют. Время поработать, железка. Твоей первой задачей будет добраться до станции Симбирск. Прибытие. Новая задача — добраться до станции. Седать, кстати, можно. Добро пожаловать в астропорт Карантау. Нажми, чтобы открыть карту. А, понял. Кнопка Share, друзья. Да, есть карта, как и в Carrion. Ее, кстати, можно уже проглядывать полностью. Рассматривать. Наша задача — это инвентарь. Без оружия мы далеко не идем, давай найдем что-нибудь убойное. Виварий. Здесь ты сможешь найти информацию о ГМО. К сожалению, пока нам ничего не известно. И сообщение. Это портативный помощник PES. Используемый для хранения информации, он дает доступ к инвентарю, перечню заданий и мини-карте космической станции. Так, окей. Есть зарядка, кстати, в левом верхнем углу. И что-то типа какая-то стамина. ХЗ. Пока взаимодействие с объектами никакого нету. Гравилифт не работает.
Опа. Нажмите вверх, чтобы забраться. Взлом системы. Это система управления гравилифтом. Справишься? Передвигай точку в порты для выхода. Время взлома ограничено. Да, это изи. Главное, геймпад бы работал. И не залипали клавиши. Так, лифт взломан. Круто, круто. Смотрится привлекательно. Это метро такое. Но я должен был, наверное, сесть на этот поезд. Или нет? Скоро будем на станции. Красота, как в террарии. Генопеник. Или генетическая паника. Создаем инновации для всего человечества. Симбирск – это частная исследовательская компания. Основная деятельность – сбор и анализ живых организмов на планетоиде. Итак, станция Симбирск. А вот мы здесь, и сейчас бегом это помещение для ГМО. Или виварий. О, у меня ачивочка. Добро пожаловать на борт. Приехать на поезд на станцию Симбирск. Бегом виварий. О, мемка. Попало. Вырубил электричество. Низкий заряд электричества. Закрыто. Итак, первая головоломка. Взаимодействия пока никакого нет. Или вот, есть уже. Удерживайте X, чтобы прыгать выше. Прощайте, неудачники, скоро я наконец-то свалю отсюда, осталось только восстановить подачу энергии. Вот Петро, кому отдел технического обслуживания. Так, опа, я не знал, что у тебя талант инженера. Всего лишь что нажал еще один раз в средний рубильник. Петро нам и не нужен больше. Тут нужна ключ-карта. Запрос. Особый груз. Ошибка 404 не найдена. Вивариум. Задача выполнена. Я не успел дочитать. Давайте посмотрим. В задачах. Добраться до станции Симбирсон пройдено. Вивариум посетить. Вивариум тоже уже пройдено. Генномодифицированные организмы хранятся в виварии на станции Симбирск в секторе Хаб.
Похоже, на наш особый груз сбежал. Сбой сети, ошибка. Камеры хранения разгерметизировались. Статус. Экспериментальные образцы разбежались по всей станции. Задача найти ГМО и вернуть Виварий как можно скорее. От Вольга. Кому службы безопасности? Собери их всех. Поймать ГМО 0 из 6. Наша текущая задача. Все образцы доставь на правительственный корабль. Ищем ГМО. А вот и ключ-карта. Это же ключ-карта от гиперлифта. Так, возвращаемся к лифту, используя ключ-карту. Смотри, это один из них. Запрос особый груз. Где он? А вон он копается вверху. Пробивая себе тоннели какие-то. Эй, а какого хера его не поймал? Опустил лифт. Безопасное хранение, первоклассная доставка. Склад космической станции Симбирск предназначен для хранения лабораторных образцов и ценных грузов. Скрытая реклама. Точнее, контекстная реклама. Похоже, нам тут не рады. Это такое, ну-ка проверим. Так, срочное сообщение. У меня для вас две новости. Хорошая и плохая. Плохая новость. На станции произошла аварийная ситуация. И на складе объявлен карантин. Хорошая новость. Сегодня можно не работать. Всем бы так. Данные сохранены. Контрольная точка. Кабинка для сохранения. Жестко. Надеюсь, что в лифте никого не было. Красный или синий? Значит, красный. А, это какая-то типа стены. Ну вот опять. Если кто-то найдет мой плазменный резак, пожалуйста, сообщите. Он нужен мне, чтобы разрезать пиццу на 8 равных частей. Кайф. Арсенал. Новая задача. Собрать снаряжение. Блин, как быстро убирается сообщение, всплывающее, что я не успеваю его читать. На станции Сибирь не только проводились эксперименты, но и создавалось инновационное оружие. Ищи внимательнее, потому что в некоторых локациях не проникнуть без специального снаряжения. Собрать снаряжение 0 из 9 уже новая задача. А, спрыгивать. Оп. Вот эту котейку надо, похоже, как-то истребить. За нами подглядывает везде. Много точек сохранения.
поддерживают те, чтобы толкать ящик. Пока все изи, пока вообще нормально. Почему здесь все разрушается? Блин, там был какой-то... Чтобы забраться. Бросить ящик. Чтобы поднять и бросить ящик. Так. О, может даже так лазить, как в боевых жабах. Что с ним не так? Грузчики ведут себя странно, они спрятались в машинном отделении, а после этого оттуда начали раздаваться жуткие звуки. Не знаю, что там случилось, но я не пойду проверять. Эти господа, мне уже карта нужна. Я посмотрел на себя на карте. Буквы S, это что значит? Сохранение, ГМО, оружие и задание. Так, стоп, а если я вот сюда пройду? Там же есть оружие слева. Нет, тут никак не пройти. А, вот так вот, да? Так, я почти пришел. Эти блоки не сдвинуть без специального снаряжения. О, как-то это вот так действует, да? Балдежный имбент здесь. Прятки. Я как будто попал в кошмар. Питаюсь один по темным коридорам. Чем скорее найду ловилку и поймаю сбежавших ГМО, тем быстрее выберусь отсюда, от Айзека. Кому в отдел ГМО? Айзек, ты ли это? Черт как. Короткий разрез или что-то типа того? Так, по сути по всему, если идти вот налево, то тут будет оружие. Так, а вот он первый зайчик этот. Гношный. Вот он, тебе нужна ловилка, чтобы поймать его. Блин, круто, а где ловилка? Судя по всему, где-то здесь. Стой! Убирайся отсюда. Зомби. Что сейчас было? Что это за слизь? На станции объявлен карантин. Немедленно покиньте помещение. Мне не сюда ее надо было двигать. Блин, а как
А, вот так можно за собой даже двигать, это очень удобно. То я уже думал, что надо начинать с контрольной точки. И нашел плазменный резак. Не порежься. Видите, чтобы рубить. Воу, круто. Даже в прыжке. Оу, и слизь можно разбомбить. Так, не успел прочитать опять. Арсенал, собрать снаряжение. 1 из 9. Теперь куда? Так, ну сундук, ну зайдем вот сюда. Так, я, кстати, прям над ним. В этом секторе. Вот и сундук. Ты нашел ловилку время ловить ГМО. Жмите куда, чтобы поймать его. Поймать ГМО. Задача обновления, собрать снаряжение 2 из 9. Я думаю, тратится полоска, но нет. Полоска у меня не тратится. А как теперь поменять снаряжение? А-а-а, все, я понял. У меня есть пистолет типа какой-то и меч. Все, круто. Так, пойдемте ловить ГМО. Ищем ГМО. Особо не приходится, он уже здесь. Как мне его поймать? А, вот с помощью этого. Все, понятно, я его в шарик должен закинуть. Забрать. Как в покебол. Опа, у меня зависла чуть-чуть игра. И я схватил. Ты поймал Чунгуса. Зачем, наверное, поймать 1 из 6. Отлично. Таким образом проходится эта игра. Собираем ГМО. Видимо, еще будут какие-то зомби попадаться на пути, какие-то моб. Давайте попробуем найти их всех. Спускаться. Вот сюда вполне можно. Внимание, в лаборатории произошел опасный инцидент. Кислота залила практически все помещения. Не забудьте взять джетпак, когда соберетесь туда. Окей. Опа, еще один. Я это слышал, здесь кто-то есть. Конечно, здесь я в безопасности. Опа! Маленький цветочек. Но плотоядный. Опасные обитатели, новая задача. Опасные обитатели. Эксперименты на станции вышли из-под контроля, и ее заполнили забавные монстры. Если мы сможем собрать информацию о всех мутантах, то сможем отправить этот отчет на Союз 1. На Fall Guys немного похоже.
Кстати, у игры нет уровня сложности, я заметил. Я недооценил ее помощь. Вчера испортил свой любимый скафандр во время тестирования плазменной пушки. Не говори об этом Ладосу. Завтра его очередь проводить испытания. Хочу посмотреть на его реакцию. Хе-хе. Три удара по батарее и минус жизнь. Паркер чинил один из кабелей, сорвался и повис. Срочно пришлите кого-нибудь, чтобы помочь ему спуститься. Я буду рядом и... Что? И кривой перевод? Так, закрыто. Не нравится мне это. Даже не пытайтесь пройти дальше. Первый контакт. Встретитесь с искусственным интеллектом на станции. Так, мы будем бороться с искусственным интеллектом, получается. Взлом системы. Использую опыт предыдущего взлома, чтобы разблокировать двери. Выдвигай точку порты для выхода. Нас так просто не остановить. Это точно. Данные сохранены. Какая-то пушка новая, опасные обитатели. Блин, может зря я это сделал. Данные восстановлены. Так, и нужно, чтобы этот блок был внизу. Блин, тварь. Ты видел, видел? Он прикалывается. То есть, если сейчас я его не поймал, то все? Блин, мне даже убивать их не охота. Они, в принципе, такие прикольные, безобидные. Так, а если я его вот сюда подвину? Я погоди, а если я вот с этой стороны подтолкну? Же очевидно, что он нужен внизу.
Сумасшедший робот. Кто-нибудь, пожалуйста, почините этого робота. Не первый раз он принимает нашего сотрудника за груз и отправляет в преждевременный отпуск в контейнере. Джордж Кэмерон. Кому-то отдел технического обслуживания. Кстати, отсылка, видимо, к фильму «Нечто». Ну вот так-то лучше уже, в принципе, тактика есть, и механика прохождения этого босса ясна. Просто долго ждать руку. Класс, можем сдадим его на металлу. Батарейка, видимо, тоже подзарядилась, да, после точки сохранения. Оу, чёрт. Прикол. Здесь нарисован знак восклицания или это буква А? Если я стрельну. Прикольно. Скорее всего, нужно какое-то, видимо, огнестрельное оружие. Так, ничего не трогаем. Действие. Типа как подготавливают ко всем возможным опасностям игры. Опа, и это у нас какой-то типа плазма пушка. Осталось найти мишень. Не вопрос. Вообще кайф. Снаряжение 3 из 9. Данные сохранены, и теперь пойдем до упоров вправо. Вернем направо. И стреляем отсюда.
О, даже так? Неожиданно. Обитатели. 4 из 19. Ни хрена себе упал. Ай, попал все-таки. Блин, тут надо было перепрыгнуть, я не заметил. Сори, еще разок. Но уже очень интересно. А почему вверх тут не стреляет, да? Только по горизонтали. Это, кстати, не очень хорошо. По крайней мере... Так кажется сейчас, может быть, и так, это и фишка игры. Специально стрелять только под этим, под прямым углом. Блин, опять он меня дразнит. Чтобы этого зайца поймать, я уже далеко ушел. Так. Автосейв. Точнее, данные сохранены. Локации, кстати, стали маленько повторяться. Такое наше ощущение, как будто здесь уже был, но нет. Зачем мне этот кубик? Ругается, ругается. Живой кубик. А, я понял, он мне даст маленько высоты, чтобы запрыгнуть на сетку, да. Это прием из боевых жаб. В принципе, линейный такой геймплей. Пока без особых заморочек. Но затягивает, господа, затягивает. Вот такой опять сейчас дежавю, как будто я здесь уже был. Автосейв. И на этом мы сегодня будем прерываться. Если вы хотите дальше прохождения от меня этой данной игры Geno Panic, вы можете поставить лайк и написать комментарий. А также заглянуть на стримы на Twitch и на VK Play Live. Ссылочки есть в описании. Заглядывайте также в телеграм-канал, там будут анонсы и всякие ближайшие новости.
Пиксельная метроидвения меня всегда прикалывала, как и Carrion, как и Infernax, и поэтому, в принципе, мне эта игра затягивает. И поэтому я думаю, что мы можем продолжить ее и дальше проходить, но только уже на стримах. Или в формате видеосерии на ютубе. Специально для вас играл Uncle Finn, всем удачи и до новых встреч, всем пока.